делай, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Понимаете? В этом сразу появляется вес, когда про это начинаешь думать. Вот, поэтому мне кажется, что надо понимать, что у вас есть куда направить силы свои. Вот это самое важное. Если бы сейчас мне не было куда направить силы, ну вот что бы я с ними, с этими силами делал? Они бы меня как-то мучили, я думаю. Тревога бы началась, какое-то беспокойство бы началось. Поводы какие-то сразу бы для этого нашлись. Вот, поэтому планируйте себя. Вот. Стройте вот это ощущение того, что бы ни происходило, вы и это выдержите, и это выдержите. И все проходит, и это пройдет. Главное не откладывать жизнь на потом. Жизнь уже сейчас есть, и надо быть в ней настолько, насколько у вас это получается. А я постараюсь, чтобы у вас это получалось как можно лучше.